А вот когда вы с Виктюком познакомились, вы помните, при каких обстоятельствах, когда состоялось это знакомство и когда вообще родилась идея вот что-то вместе делать? На вечере Миши Ульянова. Так. Как давно мы это было? Мы сидели. Это было 3 года тому назад, 4 почти. Угу. Наша очередь была выходить, говорить о Мише. Кстати, грандиозный Миша Ульянов. Угу. Изумительно. Ну, что говорить, это серьезное дело. Мы сидели и ждали своей очереди, когда выходить. Я с ним хорошо познакомился, когда в «Мастере Маргарите» мы снимались. Он был Понтий Пилат, а я Воланд. Ага. У Кары. Ага. И вот, значит, мы сидели, делать нечего. Я говорю, хотите, я вам прочитаю кусочки из пьесы, которые я написал? Просто так вот? Просто так. Вот так сидел Виктюк. Да. Ага. Да, вот так сидел Саша Филипенко. Я им прочитал кусочек. Рома, да. Филипенко послушал. И Рома говорит, а я это поставлю. Угу. А перед этим я прочитал это в театре, где сказали, нет, это не надо. В каком театре? Кто сказал? Современники. А кто сказал, не надо? Покойный Кваша, царство его небесное. Угу. Замечательный, любимый мой Кваша. Он сам прекрасно играет Сталина и очень похож на него. Но у меня другой Сталин. Многие сказали, что не стоит это, этим заниматься. Ну и все, я прочитал. Угу. Вдруг Виктюк так сделал головой и заинтересованно. Угу. Мы на следующий день собрались у меня дома, и так за 3 недели. В каком составе? Филипенко. Втроем. Ага. Угу. Я и Виктюк. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».